Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора». Благодарим за сотрудничество супермаркет «Мегастрой». «Гардиан» – профессиональные решения для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите проект «Декоративные страсти», в котором мы рассказываем, объясняем, а самое главное – показываем красивые интерьеры. Сегодня программа у нас несколько необычная. Дело в том, что мы не будем разрабатывать дизайн-проект, но покажем уже готовую работу. Студия дизайна Art Magic в лице руководителя Айды Тлегеновой и дизайнера Бану Жулумовой готова представить вам интересный проект – новый караоке-клуб «Селебрити». Давайте посмотрим. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Мы приглашаем вас в новый клуб, караоке-клуб «Селебрити». Это новая работа дизайн-студии Art Magic. Над проектом работала дизайнер, замечательный дизайнер Бану Жулумова. И руководила Аида Тлегенова. Все началось 2 года назад, когда заказчики обратились в студию дизайна Art Magic. Тогда будущий клуб представлял собой очень темный серый подвал. Вспоминай, Бану, что здесь было? Когда ты первый раз пришла, вспоминай, какие твои первые впечатления были? Да, здесь было очень грязно, холодно, и даже не было света, когда мы пришли замерять. А сейчас это вот подвальное помещение, пустое, превратилось в вот такой вот замечательный караоке-клуб, который называется «Селебрити». Как говорит руководитель проекта Аида Тлегенова, очень важно, когда заказчики доверяют дизайнеру. Конечно, были споры, как, собственно, в любом деле, но самое главное, все были на одной волне. И это общее вдохновение позволило создать интересное место отдыха. «Селебрити» переводится как «знаменитость». И вот они зашли, их окружают звезды, проходят сейчас, вы увидите, в холле. Пока по красной ковровой дорожке. Давайте пройдемте. Давайте пройдем. Давайте мы почувствуем себя селебрити. Да. Мы проходим по красной дорожке. Представим, что мы в Голливуде. Да. Да? Ага. И пусть чтобы каждый гость почувствовал себя знаменитость. Дизайнеры Аида и Бану продумали все до мелочей. В караоке-клубе царит особенная атмосфера. Где классика граничит с современностью, где роскошь перекликается с гламуром. Каждый отдельный зал несет в себе особое настроение. Это очень кропотливый, творческий и безумно интересный процесс – создавать из мрачного и серого роскошное и великолепное. Что здесь интересного в этом холле? Кроме ковровой дорожки, вы видите очень яркие, роскошные, фееричные кресла. Да, кстати, по проекту, мы немножко отклонение было, по проекту они были более скромные, беленькие, бежевенькие. Но заказчица, у нее очень яркая личность, вкус своеобразный, и она предложила красные, ярко-красные кресла. Угу. Вполне отлично получилось. Это подвальное помещение, поэтому оно освещается только искусственным светом. Шикарных люстр, красивых бра в залах очень много. И вот все это добавляет определенный шик. Вообще проект начинался как? Заказчице очень нравилась классика, именно английская, и мы хотели вот немножко поиграть с этой классикой. Поиздеваться над классикой, поиздеваться, да, скажем так. Немножко внести такой современный, стильный, хаотичный такой нотку, и решили повесить рамки не только на стенах, но и на потолке, как вы сейчас увидите. Они заполнены и картинами, и зеркалами, некоторые из них пустые, то есть такой вот... Театральное, решение, можно сказать. Ну, и креативное, и да? Креативное, потому что, где увидеть, чтобы на потолке были зеркала? Не страшно, Бану? А вдруг упадет? Да, знаете, нет. Вот, наоборот, зато, когда заходите, захватывает дух,
думаете, о, да. Прикольно, да? Как на языке молодежи, да? Прикольно. Да? У Эйды Тлегеновой и ее команды всегда очень яркие, интересные, красивые проекты. Как говорит Аида, после завершения работы, которая может длиться и 2 года, как в данном случае, приходит ощущение полного восторга. Давайте и мы с вами насладимся красивым интерьером. К слову сказать, подобного проекта в нашем городе еще не было. Я с удовольствием приглашаю вас продолжить экскурсию. Но прежде небольшая рекламная пауза от нашего партнера. Лес – одно из национальных богатств Австрии. Опираясь на природное изобилие, компания «Шохер», основанная в городе Меттерсдорф, на сегодняшний день стала одним из ведущих поставщиков паркета высшего европейского качества. Компания «Шохер» нацелена на людей активных, творческих, которые предъявляют особые требования к своему интерьеру и ищут новые, нестандартные варианты паркетных полов. Откуда эти цвета-то у нас? Цвета мало того, что это красная ковровая дорожка, но красный цвет, он бодрит. Красный, синий, вот сочетание это, красного и синего, яркое, бодрящее, жизненное. У нас была цель такова, чтобы любой гость, который приходит сюда, почувствовал эмоции, определенные эмоции, жизнь. Здесь вот жизнь кипит. Красный цвет, он где-то возбуждает аппетит. Пусть люди вкусно покушают. Может, чуть-чуть, слегка, все в меру, немножко выпьет хорошего вина, да, или шампанского. И, пожалуйста, караоке. Споют. И споют. Вот сейчас наелись, говорю, сейчас спою, и точно спою. В интерьере цвет играет одну из главенствующих ролей. Какой тон вы выберете, то настроение и получите. За ответственное дело должен браться только профессионал. И тогда в этом случае работа будет выполнена на 5+. Как говорит руководитель проекта Аида Тлегенова, она очень благодарна заказчикам, которые оказались яркими и креативными людьми. Они поддерживали дизайнеров во всех их смелых идеях. Это очень важно, когда творческий человек не зажат в какие-то рамки. Дорогие друзья, мы продолжаем лицезреть красивый интерьер. Здесь тут у нас коридор, зал, общий зал. Тут вот, как вы видите, классические формы, то есть полколонны, пилястры. И лепнина, да? Классическая. Но выкрашена, опять-таки, она не в классические тона, а вот в наши яркие, энергичные, красный и синий. И украшена вот разными бра, чтобы тоже оживить проход, чтобы он не был скучным. И вот мы придумали такой вот большой диван, чтобы можно было тоже пообщаться, да, присесть. Пообщаться и так далее. Вот как мы здесь. Отдохнуть или подождать, когда вот столик освободится. Да. Смотрите опять на эту стену. Мы снова и снова мы издеваемся над классикой. Правда? Ну, смотри. Наши молдинги, рамки, они, опять-таки, хаотично разбросаны, не в классическом, вверх, вниз и так далее, не как попало. Люстры, повторюсь, да, разные, абсолютно разные, там, я не знаю, по дизайну и так далее. А что? А вот так вот. Так я так вижу, нам так захотелось. На потолке те же рамки, молдинги, они тоже хаотично повторяют форму, но они монохромны, да, в один цвет. Они, да, сливаются с потолком. Да, и они повторяют цвет нашего пола. Супермаркет «Мегастрой». Все для дома и ремонта. Все для стен, потолков и пола. Для кухонь и ванных комнат. Для большого строительства и мелкого ремонта. Для неограниченного бюджета и скромных затрат. Здесь есть все. Все для дома и ремонта. Скидки до 50%. Ведь супермаркет «Мегастрой» – самый большой строительный магазин. Мы работаем без обеда, выходных и по праздникам. ТРК «Алатау», супермаркет «Мегастрой». Все помещение занимает порядка 700 квадратных метров. Каждая часть клуба отличается своим дизайном. Идет безумное смешение стилей. Но, как говорит руководитель проекта Аида Тлегенова, во всем этом беспорядке есть свой определенный порядок. Дальше. Здесь у нас зона бара. Бар тоже у нас соответствует общему стилю, но он более современный, хотя имеет классический,
каретную стяжку, тоже, чтобы сейчас увидите в зале. И красные люстры мы повесили над баром. Цвета, да, наши все цвета, наши все которые цвета, да, основные, присутствуют, которые да. присутствуют. Хотя вот в дизайне есть закон, да, закон трех, да, трех цветов. Но мы опять-таки отошли. Правила существуют, чтобы их нарушать, у нас здесь больше трех цветов. Да. Иногда позволяется. Иногда 4, можно, да. 5. Мы немножко нарушили, но тем не менее мы очень хорошо нарушили, ничего это не портит и так далее. А пойдемте дальше. В зал. Да. Спускаемся. Здесь можно. Красота. Да? Да. Прям самим нравится, да? В помещении, несмотря на яркую игру цветов, очень уютно. Присутствует глубокая цветовая гамма. Все это не утяжеляет помещение, а напротив, делает комфортным. Хочется быть здесь, хочется наслаждаться атмосферой. В зале мы применили на стенах каретную стяжку как элемент классики тоже, английской. Кстати, про каретную стяжку можно перевести? Mm-hmm. Здесь не просто так, она не просто классическая, не только это дизайн, дизайнерский элемент, дизайнерское решение, но и функциональное. Так как это караоке-клуб, что для в караоке-клубе нам нужна шумоизоляция? Она, эта стяжка, она с наполнителем, мягкая. Внутри, по-моему, там поролон, да, присутствует? Да. Благодаря этой каретной стяжке, которая наполнена поролоном, в этом помещении очень хорошая звукоизоляция и акустика. Так, когда вы поете, вы слышите свой голос в чистом виде. Пол устлан ковролином. Его выбор не случайен. Во-первых, очень уютно, а во-вторых, функционально. Дополнительная звукоизоляция. Сейчас мы находимся вот в середине зала. Это центральная зона, которую мы вот решили так очень интересно обыграть. Если вы посмотрите на потолок, он, вот у нас идет волна на потолке. Змейка, да, такая? Змейка, да, которая горит. И она поделена на три части овальными формами. И диваны у нас, соответственно, тоже повторяют эту форму. В любом интерьере очень важно продумать все от и до. Сначала все продумывается на начальной стадии работы в эскизе, затем переносится в дизайн-проект. Это очень важно, когда с вами работает профессионал своего дела. Вы уже на начальной стадии ремонта сможете понять, понравится вам конечный результат или нет. Потому что часто бывает так, что люди, делая ремонт, вкладывают немалые средства, а результат, мягко говоря, не впечатляет. Но если вы все делаете правильно, под четким руководством дизайнера и вкладываете те же немалые деньги, то результат может получиться потрясающий. А над каждым столом у нас висит люстра. Это как тоже, опять-таки, ведем классики, да, к дворцовому, может быть, даже стилю. Если вот увидите Версаль, там вот прям ряд люстр. Вот мы как бы оттуда тоже вдохновились. Но добавили, опять-таки, наши немножко шуточки. Это вот шары вокруг каждой люстры. Особенность зала в том, что на одной площади расположены несколько зон. Вы пришли, допустим, посидели сегодня здесь, это одно настроение. Посидели в другом месте, это другое настроение. Каждый раз вы чувствуете все новые и новые эмоции. Но тем, не менее, но тем не менее все цветом объединили, правда? Вроде бы разные все формы, разные, да. разные, но цвет, посмотрите, везде перекличка какая-то есть, правда? И вот, вот этот ряд люстр. Здесь тоже мы здесь тоже, да. разные, абсолютно разные. Разные рамы, люстры, разные рамы. Рамы красные, да, не золотые, не серебряные, а у нас они красные, прекрасные рамы. Когда недостаток невозможно скрыть, преврати его в достоинство. К столбам в зале дизайнеры применили именно этот принцип. Создали ритм тоже зеркалами вот на колоннах. Мы как бы это и их прячем этим способом, но и украшаем, выделяем, как бы, да, когда вот, чтобы... С фальцетом, кстати, с фальцетом тоже придают нарядность помещению. Да. Не просто и, зеркало, да? Да, зеркала с фальцетом у нас и повторяются вот в рамках. В них мы ставили очень красивый бра, чтобы тоже осветить как бы, комнату одновременно. И заметьте, что они все разные по дизайну, абсолютно, казалось бы, не связанные все, да? Но в этом беспорядке тоже есть свой порядок. И золото, и серебро мешаем. Мы все тут так намешали, у нас винегрет получился, или, не знаю, оливье, как хотите это называйте, но так вот мы хулиганили.
Внимание! Мега-скидки от Мегастрой. Мега-скидки на кафель, мебель для ванных комнат, сантехнику и двери. А также мега-скидки на обои, напольные покрытия, отделочные материалы, текстиль, постель и бытовую химию. А еще мега-скидки новоселам, пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и многодетным матерям. И, конечно, для всех накопительная система мега-скидок. Мегастрой. Мега-скидки на все для дома и ремонта. Потрясающий танцпол. Да, это еще одна особенность этого караоке-клуба, что вы не просто можете попеть, но и потанцевать. Но да. Здесь танцуете на таком просто... Живая плитка называется, шикарном, да? Танцполе, да. Она сделана из живой плитки. Так называемый живой, да? Так называется название, да, живая, да, плитка. Это благодаря слою, который вот копирует ваши шаги. Вот вы нажимаете, и она прям как будто оживает под вашими ногами. То ли как будто, то ли краска какая-то, да, разлита, как то ли еще что-то, жидкость. Да, что-то есть. А, когда только наступаешь, первые шаги делаешь по этому танцполу, немножко становится страшновато. Боже, как здесь танцевать, как она такая разъезжается? Да, ощущение, как будто вы идете по льду, и вот оно такое хрупкое кажется. На самом деле это все прочно, все рассчитано. Можно на каблуках прыгать, спокойно танцевать. Да, мы уже танцевали, мы были на открытии. И пели, и танцевали. Просто живая плитка вызывает живые эмоции. А эмоции у нас это всего, начиная от самого входа. Все красиво, шикарно, а самое главное, со вкусом. Царит особая атмосфера, наверное, потому что все делалось от души и очень-очень терпеливо. Дорогие друзья, на этом наша экскурсия по клубу Celebrity на сегодня закончена. Но мы с вами увидимся ровно через 2 недели. А в следующее воскресенье все как обычно, разработка, дизайн проекта. Дорогие друзья, я от всей души желаю тепла и уюта вашему дому. Пока! Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора». Благодарим за сотрудничество супермаркет «Мегастрой». «Гардиан» – профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Sofia.